Всем доброго вечера, товарищи, друзья. Сегодня у нас в эфире Mortal Kombat Трилогия. Всех рад видеть на канале. Сегодня будем проходить Mortal Kombat Trilogy. И будем сегодня проходить за Райдена. Персонаж у нас будет Райден. Всем известный, главный, так сказать, добряк Mortal Kombat. Давайте будем продолжать, так сказать, проходить эту эпопею. Выбираем Райда. Так, и выберем мы, наверное, столбик второй. Привет, Гастер. Приветствую тебя на канале, дружище. И у нас Mortal Kombat в эфире, как видишь. Как закомбил я его. Первый раунд есть. Сделаем бруталити. Так, бруталити готово. Первый враг повержен. Так сказать, успешно. Привет, Саня КГН. Привет, Саша. Рад тебя видеть, дружище, на канале. Привет, у нас, как видишь, Mortal Kombat. Нифига себе, автоматом сделал фаталити, я даже кого остался тут от Сони. Я не знаю, он так груда костей от кого, конечно. Только шок тебе, а ты тут баплупишь. Ну, на моем стриме это бывает редко, но такой тоже бывает, что луплю баб. Да, я знаю, что это хорошо. Но они сами напрашиваются, сами лезут под руку, как говорится. Да, апперкот. Но он. Ну, сейчас может выиграть, да, мне выиграл. И сделал мне фаталити, ну. Понятно. Чертовы. Противники вечно меня выигрывают. И, кстати говоря, друзья, насчет стримов хотел повестить то, что у меня сейчас, кто может не знать, кто не читал, может кто не видел, у меня сейчас, в общем-то, идет ремонт в квартире, я пока что чудом, можно сказать, сейчас стримлю, потому что обычно то дела касаемо ремонта, то еще какие-то дела касаемо опять-таки ремонта, в общем, в этом бардаке пытаюсь как-то да постримить, но бывает, что не получается. Так что, друзья, если у меня сейчас вечером не бывает стрима, то особо не печальтесь, не расстраивайтесь. Мы обязательно все будем продолжать, как только у меня ремонт закончится. Но длиться он будет недолго. Минимум неделю. Может меньше. Конечно, с другой стороны, ударил и выиграл, ну прям что-то с чем-то. Блин,
у меня сейчас опять выиграет. Чё бы я подрал. Блин. Черт. В чем состоит твой ремонт? Ну, как это сказать, в чем он состоит? Состоит он в том, что ремонт идет у меня в коридоре квартире. Там сорвали обои. В общем-то, новую шпаклевку, проводку новую ставят, коробку новую с проводкой. Потом что еще? Что там еще было-то? Кажется, еще новый счетчик поставили сегодня, современный. Старый утилизировали. Потом еще на кухне ремонт капитальный. В общем, там плитка, потолок натяжной, обои. Ну, также шпаклевка, смена батарей. Старых, советских, вот этих железных, на новые, современные, более легкие. Ну, еще в коридоре вне квартир идет ремонт. Так что, хватает работ, так сказать. Ну, еще всякая там мелочь, касаемо еще главной входной двери, которую нам поменяли. Да ё-моё, она меня опять вызвала. Что такое? Нет, по джопам, да? А вы, батенька мажор, такой ремонт берите. В смысле мажор? Я не пойму, что я вот это борщ. Я же бомб держал, что за фигня? Хотя, ладно, пофиг, блин, что за хрень, надо меня выигрывать начал. Третий противник меня уже тут разносит в пух и прах. У меня примерно основная сумма ремонта. А, ну, за это можете не беспокоиться, товарищ. Благо мы успели деньги накопить на это все дело. Так что мы не сразу берёмся там за какую-то отдельную часть, делаем все постепенно. Ну как постепенно, например, по несколько мастеров за один раз бывает. Один делает батарею, другой потолок, третий, десятый там дверь. Ну, купим. Ну, где-то половина, скажем так, ремонт уже проведено. Нифига закомбил. Well done. Night wins. Это сыграли. Ну еще раунд есть. Сейчас Саня прочитаем. Чтоб тебя ты. Блин, я же влезал. Как так? От новых батарей могут тебя огорчить, от старых типа побольше, как ни странно. Ну, не знаю, я сейчас не знаю, какие батареи. Все может зависеть от батареи. Но старая тоже у нас уже, честно говоря, давно, долго, так сказать, плохо прогревается. Им уже под лет 30, так сказать, а то и больше, наверное. Потому что старые те батареи, которые у нас были сейчас, которых вынесли, им уже лет по 30. И я, ну, точно 20 лет, как я тут живу, я уже знаю, что эти батареи тут были, когда мы приехали. Так что наверняка лет по 30, и уже они плохо пропускают воду. Да, они уже все ржавые, уже мы их меняли, там, и ремонтировали, как могли. Можно сказать, они свое отжили уже. Ну, проверим, как новые батареи работают, что они себя представляют. Малина.
О, моя любимая комбо. Сделали тур автоматом фаталити. Наконец-таки мы выиграли. Fatality. Так, следующий, кто там у нас противник остался? Ага, Райан тоже серьезный персонаж. Довольно сильный, кстати говоря. Кстати, Саня, как у тебя работает дела вообще? Как вообще поживаешь? О, не попали. Ой, блин, я тащу с того Райдена. Ага, я бы так ударил. Вот я его закомбил. 50 хп снес ровно. Это сранец. Два главных электрончика. Братья электроники собрались. Вообще Рейден вообще должен быть по барабану, потому что вот шоком электроник, ну, в общем-то, молниями швыряет. Да, мы все на электроник. Сделаем френдшип. Рейден wins. Игрушка Рейден, мини Рейден. Friendship again. Да, все в порядке, только похолодало очень. У нас и так все поменялось. У нас сегодня, кстати, очень тоже резко похолодало. До этого было какое-то бабье лето, а сегодня прям такая прохлада осенняя. Вот прям чувствуется такая ядреная прохлада. Так что уже пора, по-моему, утепляться. В шортиках уже не выйдешь, как говорится. Дальше что ты? Выиграл. Так, что там Саня написал? Родители в доме стоят батареи, которые более 40 лет, так они жарят так, что их приходится потной тканью, но это не спасает от жара, что не дают. Ну, не спорю, да, они на самом деле греют, ну, не знаю. Мы решили просто уже поменять это все дело. Я-то, в общем-то, не хотел их менять, но ни с того ни с сего раздумали, ладно, давайте уже батареи поменяем. Пробивай моего. И налево, блин. Ты знаешь, Warhammer 40 тысяч. Нет, Гастер, я не знаю такой игры, если честно. Вообще не слышал. Ну, смотри, в общем, Гастер, я там вообще мало знаю компьютерных игр. Только такие популярные, может быть, старые, там, 2000-х годов. И все. Проблема старых батарей в том, что там внутри очень много ржавчины. Если их промыть, они будут жарить очень... Да, я знаю, я помню ржавую воду, которая оттуда вылезалась. Ну, не знаю просто вообще. Я как бы не разбираюсь в батареях, какие лучшие, в общем-то. Как, сколько это лучше... Ну, какая из них лучше служит. Хотя мне кажется, что все-таки наверное, можно было оставить еще лет так на 5-10. Там уже просто и трубы сами по себе. Надо было менять и трубы ржавые. Так. Ох, Рейден красава, такие комбы писал. Ну что не говори, а Рейден здесь реально машина по уничтожению. Да, чтоб тебя. Нифига, выиграли. Вон так будет победе. Это его фаталити? Что-то я не понял. Какой-то у него слабый фаталити, если честно.
Так, кстати, у нас еще сегодня будет Отберг. Если у нас у ребят не получится завести коп Отберг, то я, наверное, в соло буду проходить первый тогда. Кстати, могу поменять трансляцию. Падаю. Нормально. Засранится. Уже он будет просто непробиваемый. А черт я возьми. Привет, Эксид. Что за коп? Коп у нас по отберку сегодня, возможно, будет. Второму отберку. Эксид. Если ребят не получится, то я, наверное, в суд буду проходить первый отберк. Вот черт, у меня выиграл. Я буду проходить первый отберк, если у них не получится в соло. Потому что второй пока не решусь брать, честно сказать, потому что ну, до второго пока не хочется добираться. Хочется полноценно пройти первый. Так что такие дела. А так, в общем-то, возможно, в ближайшее время, может быть. Не знаю даже. Может быть, если даже и не отберг, то что-нибудь другое посмотрю, что есть. У меня, например, есть еще одна мини-игра. Супер, он невидимый. Вот так. Хитрюга. Этот хуго я терпеть не могу. Блин, зажму, ты хрен выйдешь. Да чтоб тебя, как ты бьешь с другой стороны, козлина. Вот козлина, блин, двух комбинаций просто вынес меня. Сволочь, одним словом, просто сволочь знатная, скажем так. И, кстати, друзья, хотел сказать еще насчет новелки. Новелка, наверное, у нас, скорее всего, будет в понедельник, может быть, вторник, а может вообще в среду или в четверг, потому что пока что у нашей товарищей мышки не получается прийти на стрим. Но я, в общем-то, уточню, узнаю, и как только, так сразу, потому что от новелки «Бесконечное лето» нам осталось практически совсем немножко, на самом деле, проходить. Ну, как я слышу. А что падло? Блин, везунчик. Да как ты с другой стороны так бьешь, твою планету? Вот знаешь, что самое бесит, когда ты прыгаешь вперед, они как-то бегут вроде бы на тебя, но потом как-то бегут вперед резко и как-то с другой стороны тебе поджог не дают. Я вот, честно говоря, вот этот прикол вот давно заметил у игры, вот это именно части. Очень часто делают это враги, очень часто, вот компьютерный враг в этой части. Может, сколько я эту игру играю, сейчас посчитаю, если так подумать уже. Ну лет 10, даже больше, 13-14, да какой-то даже больше. Ну да, 14-15 будет лет. Ну конечно, не прям каждый год играю, но так сказать, очень много потратил времени на эту игру в свое время. Не знаю, о чем говорю, как говорится. Так что, компьютер здесь явно как-то мухлюет. Может быть, есть такой, так сказать, такой пробел в системе, так сказать.
Компьютер читерит просто. Да, возможно, вот я об этом и говорю, что возможно это просто читерит. Хотя не знаю, тут просто такая тонкая система, которую вот трудно разглядеть на глаз, потому что когда персонаж бежит, трудно понять вообще, как это тут все взаимодействует. Ну, не знаю. Просто на глаз из моих 10 лет, которые эту игру играю, я уже вот вижу, что как бы как-то это тут работает. То ли прикосновение, то ли фиг его знает. Ну как это действует. Очень тонкий чит, да, скажем так. Очень тонкий чит. Ах ты. Ах ты. Нет, вы видели? Рейден прыгнул. Почему-то в ту сторону ногами. И я в этого козла не попал. А вот это уже я не знаю. То ли глюк игры считать можно, то ли чё. Хитрая игра. Очень хитрая игра. Но самый смак здесь все-таки играть на 2 на 2 или 1 против 1 на самом деле. Потому что или 8 игроков. Ну 8 это как бы 1 на 1. Типа чемпионский батл. И очень интересно бывает играть вот именно в таких режимах. Жалко, что у меня нет рядом тут знакомого, который тоже хорошо играет в эту игру, в принципе. Можно было как-нибудь даже на стриме вместе с ним порубить вот эту вот прекрасную часть. Вот опять он сейчас в другую сторону как-то прыгнул. Да, пускай свою молнию, не хочу проигрывать. Это обратная молния. Вот так, на сопле выиграл. Что это фаталити вообще делает хоть? Треугольник, короче, типа он шоком бьет, но такой простой до боли фаталити, если честно. Так, нам осталось еще проверить анималити. Ох, блин, я забыл проверить анималити. Уже сейчас, наверное, вряд ли удастся. Хотя, может, не факт. О, приличный урон. Ох ты! Рейден завис. Вы это видели? Ну, что произошло? Первый раз такой глюк, товарищи. У меня такого еще не было. Он схватил и одновременно пустил молнию. Так. Просто неэффективно, да. Так, ну давай, ударь меня, что-нибудь сделаешь. Он тоже завис. Нифига игра зависла. Точнее, не игра, а персонажа. А, ну Матара проиграет по времени, по идее, потому что у него жизни мало. Бог лага и зависания. Да, это вообще первый раз в жизни, я вот сейчас вижу такой лаг. Первый раз в жизни за всю свою деятельность. О, я выиграл. Мне фора. На один раунд, так сказать, попало. Изи. Да уж, блин. Вот это сейчас я вообще в шоке был, как зависла игра. Даже не то, что игра, а персонаж. Ну, короче, скрипт сломался у Рейдена, как я понял. При захвате Матару им, ну, Рейдена. Рейден одновременно пустил молнию, и поэтому такой вот баг вышел. Так. Надо же, первый раз в моей практике такое.
Так. Пошёл ты, казна, я выиграл. Ох, как Дрейден-то тащит, а. Просто тащит. Халявщик, да, я такой. Любите халявки. А кто не любит халяву? Все любят халяву. Пошел ты, козлина, не выиграешь. На самом деле, Рейден очень сильный персонаж здесь. По комбинации он вообще отличен. Но вообще, очень универсальный персонаж. И сильный. У него комбинации даже простые. Квадрат крестик, когда бьете вплотную, чтобы убить руками, как Рейден. Еще дополнительно нажимаете при этом квадрат крестик одновременно под конец этих ударов. И вперед на врага. И еще Рейден на него летит. Тем самым можно 30 с чем-то хп ему снять, в общем, противник. Очень полезный, так сказать, умение у Рейдена. В общем, Рейден это универсальный персонаж для новичков. Я рекомендую брать его. Так, какой же приз выбрать? Ну, это история Рейдена, насколько я помню. Давайте почитаем историю Рейдена, мне просто очень интересно. Конечно, анималити Рейдена мы не увидели, но я думаю, мы еще как-нибудь увидим. Привет, анимуша. Исход турнира. Привет, Александр. Когда Земля и внешне мир спирились, Рейдену пришлось обороться с Каном без помощи старших богов. Бог гроба должен стать смертным, чтобы жить в соединившихся мирах. Так, где дальнейшая история? Истории больше нет. На этом все заканчивается, походу. Могучие бойцы сражались до тех пор, пока земля не содрогнулась. И оттуда не вышел Рейден, мать его. Ну и все. Вот такая вот история. Снегая непонятная вообще что-то история. Короче, Рейден всех нагнул. В общем, всем понятно, что какую роль исполнял Рейден в Mortal Kombat. Главное, так сказать, главная матушка всех бойцов хороших в Mortal Kombat, которая защищала, так сказать, и защищала, точнее, хороших бойцов и наставляла на путь истины. Так, ну что ж, за Рейденом мы прошли ровно 9 часов, товарищи. В общем-то, через полчаса, получается, у нас будет Resident Evil Outbreak 2. Если, конечно, он будет в том случае, если мои товарищи Буба и Куртча согласятся пройти его. Если его не будет, я его тогда отменю и поставлю, наверное, Resident Evil 1 Outbreak, только режим соло, в одиночку, так сказать. Сделаем так. Да, Муша, мы уже закончили, но не сказал бы, что у нас совсем сегодня, потому что еще будет Стимчанский через полчасика. И, как говорится, смотря какой. И у меня, кстати, еще одна игра припасена для вас, товарищи. Очень интересная игра, я не знаю, наверное, никто из вас даже не видел эту игру. А может, даже никто не знает о ней. Но это любительская работа, скажу так. И это файтинг. Тоже. Ну, больше деталей вам раскрывать не буду. Ибо игра уже готова, можно ее играть, в принципе, вполне. Так что, ожидайте, товарищи. Я думаю, может быть, после этого Mortal Kombat я, наверное, ее буду как-нибудь немножко стримить. Ну или хотя бы просто время от времени, как небольшое разнообразие. Так. В общем, сейчас мне надо будет узнать у товарищей, согласны ли они будут походить со мной. Они-то, в общем-то, готовы, в принципе, но не факт. Нужно там 50 на 50. Но если да, то ожидайте. Если нет, то, конечно, будет Outbreak в соло. Один человек, это я. Первый, к тому же, Outbreak, и второй. Так, так, так. И, возможно, там, может быть, даже новый персонаж. В общем, поглядим, товарищи. А это был, товарищи, Mortal Kombat Trilogy. Персонажем Рейден. С вами был Сергей Варин. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте плюсики, лайки, следите за анонсами. Всем спасибо, товарищи, и до новых радужных встреч. Ну, в общем-то, увидимся через полчаса. Всем до скорых встреч. Пока-пока.